Турция обвинила Россию в притеснении крымских татар. Вот это очень интересно. Это вообще очень интересно. Это такой очередной нож в спину Путину от Эрдогана. Интересно, сколько там в путинской спине от Эрдогана ножей торчит. Я уже сбился со счета. Там больше десятка, это точно. Сбитый самолет, Ливия, да, Сирия, теперь крымские татары, курды, Башар Асад и вся шобла башарасадовская, которую Эрдоган должен был любить, а почему-то он не возлюбил. Ну и прочее, прочее. И более мелкие дела, связанные с взаимодействием Путина и Эрдогана. Очень это странно, очень странно. То есть Путин засовывает язык в жопу, как только начинает говорить Эрдоган. Уникально. Так, вы еще забыли про турецкий поток, ситуацию в Карабахе. Да это я не забыл. Там огромное количество всего. Там и атомная станция, там масса. Я говорю, там больше 10 ножей уже торчит. Даже без помидоров, да, помните, там все из-за помидоров какие-то были проблемы, да, все с помидорами, они никак не могли поделить. Представьте, какой дебил Вова, то есть для него помидоры это соразмерно каким-то серьезным геополитическим моментом. Пишут, Путина давно нет, это не имеет значения. Вы же понимаете, что Путин – это информа. Вот какая-то сидит рожа там в бункере или не сидит никто, нам просто показывают мультики какие-то нарисованные. Но это Путин. Понимаете, что такое информа? Вот люди название-то давно придумали, а определение этому названию не придумали. А информа – это субъект информационного мира, понимаете? Причем очень часто автономный субъект информационного мира. Вот Путин – это информа, это не человек. Нам не важно, есть ли вообще такой человек в мире, да? Он есть в информационном мире, он есть субъект информационного мира, потому что это информа. Он влияет через информационный мир, влияет на объективную реальность. Благодаря этой информе, по ее команде выходят полицаи с дубинами, принимаются законы, отменяются конституции и так далее. Поэтому нам не важно, кто это Путин. Это просто информа, не наделенная ничем больше. Или это живой человек, который в информационном мире, так сказать, является субъектом, да, информой. Нам совершенно безразлично. Главное, что он нам гадит. И главное, что эта информа должна быть уничтожена. Уничтожить полностью мы можем человека полностью уничтожить. Информу не можем уничтожить. Соответственно, мы можем ее изменить. Так, чтобы это была такая информа, которой было бы стыдно обращаться. А когда они вспоминали, чтобы волосы на голове шевелились. Вот что мы можем устроить.